ситуация. По-прежнему все горит. Вот прямо аж на фоне Роснефти. Лес горит. Прямо на горе. Площадь возгорания ориентировочно, я так думаю, метров 300-400 квадратных точность. Да даже больше, не, вы что. Там только в гору метров 200-300, как минимум. Огненная полоса такая горит прям уж серьезненько. А внизу вот видите сами, нефтеперерабатывающий завод Роснефти. И скажу вам, людей, которые занимаются тушением всего пожара, особо не наблюдается. В Лазаревской у нас пару лет назад была такая проблемка, если помнит кто-нибудь, вы наверняка помните. Так там ее тушили активно, и вертолеты, и народ, все. А тут пока тишина. Ну, не знаю, возможно, сейчас что-нибудь изменится в лучшую сторону. Возгорание, похоже, очень даже серьезное. Тем более рядом Роснефть. О, ну там пионерским костром. Мы едем сейчас по Туапсе. Трасса на Сочи. Вот головной офис Роснефти в Туапсе. Новое красивое здание такое. Вот он, этот страшный пожарчик такой. Ух ты, смотрите. Площадь заранее большая даже. Там не 200 метров квадратных, что же они такое несут-то? Там много. К сожалению, за зданиями тут не видно. Только Роснефть. Смотрите, прям рядом с заводом нефтеперерабатывающим такой пожар. Тишина, все ходят такие спокойные, ничего. Ну, может, как, не знаю, это тут создание-то видно, блин. Нифига себе, там серьезная заявка на победу. Дома. Увы, дальше я, наверное, вам не смогу показать, так как я еще за рулем еду, еще и по городу. Пока прервусь. Проехали мы место, откуда видно было хорошо пожар. Чем ближе мы подъезжали к нему, тем больше дыма. Такая серьезная пелена дыма. Снимали мы в два телефона, поэтому я вам покажу с двух ракурсов. Один издалека, когда мы въехали только в Туапсе. Ну а второй, который непосредственно сейчас снимаю поближе, когда... Вон, видите, наверное, не знаю, дым полностью, все в дыму. Вот такая вот засада нас ждала в Туапсе. Ну, а мы едем в Лазаревское. Надеюсь, что у наших соседей все будет хорошо. Все потушат. Ух ты, вот он, смотрите, вот прямо здесь даже видно. Ой-ой-ой. Ты же с этой стороны горы, то есть там площадь возгорания... гораздо больше, чем я думал. Сейчас, наверное, сзади нас будет. Вот, смотрите, прям полоса. Да тут уже вот, уже около населенных пунктов, с другой стороны горы. Опупеть. А где пожарные? Здесь что? А еще с той стороны горит. Тут уже населенный пункт, вон уже дома уже рядышком. Все внизу, вон. Я не могу просто приблизить одновременно. Но походу, ребят, тут все серьезно. Вот он. Огонь прям горит. Конкретно горит.
Смотрите. Горит круче. То есть вообще пипец тут полный. Просто конкретное возгорание. Причем и с другой стороны горы уже, видите? Зарево прям просто. Ну до Лазаревска, конечно, не дойдет, но в леса выгорит, слава богу, им скажу. Да тут еще и дома-то рядышком, блин, внизу все. Ладно, ребята, вот смотрите, какое горе случилось у нас тут у соседей. Поедем. Ладно, поедем в Лазаревское. Вот такая беда, блин. И вообще ни одного вертолета, ничего, никого нет вообще, блин. Вот уже дома, и тут над домами 50 метров горит все. Вот пожарный такой. Блин, да тут это пипец вообще. Вот уже, да там подъезжают только пожарные сейчас вот. Как они будут добираться, даже не знаю. Так, я вынужден развернуться в другую сторону. Если получится, досниму еще вам. Я заехал с другой стороны. Смотрите. Выгорает полностью лес, вся гора. Сейчас этот фонарик мешает своим желтым цветом. Не дай бог, вот так вот. Там, по идее, людей надо уже эвакуировать. Внизу то, что там 50 метров, это сухой лес, он загорится за 5 минут. Все выгорит, а горит конкретно. Не знаю, видите ли вы языки пламени, он прям. Вот такие дела. Дела все творятся. Ладно, теперь я точно поехал в Лазаревское. Такая беда, короче, в Туапсе, ребят. Все, всем пока. До следующих роликов. Постараюсь выложить вам сегодня прям.